Нет, это не пассажирский терминал аэропорта, хотя здесь все настоящее. Рамки, металлоискатели и прибор для просвечивания багажа. Валерий Венцель пришел в один из учебных классов колледжа Московия. Здесь готовят персонал для работы в воздушных гаванях. Металл светится синим, органические вещества выглядят оранжевым. Ленинское структурное подразделение, находящееся в поселке Развилка, одно из крупнейших в профессиональном колледже Москвы. Оно готовит кадры по наиболее востребованным профессиям для Ленинского городского округа и всего Подмосковья. В связи с 90-летием Московской области, Ленинского района, у нас много достижений. Наши ребята занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства. Наши преподаватели показывают отличные результаты в региональных конкурсах профессионального мастерства. Мы идем, движемся, развиваемся, не стоим на месте. Визит главы муниципалитета был связан с приятным событием – вручением наград, выпущенных к 90-летию Ленинского района, сотрудникам педагогического коллектива. Сегодня в колледже учатся 800 студентов, работает 50 сотрудников, 80% из которых проживают в Ленинском городском округе. Работают наши люди, которые здесь же и живут. Мы готовы оказывать поддержку и помощь по обычным хозяйственных вопросам. Пожалуйста, не брезгуйте нашей помощью, обращайтесь. Вот, мы для себя четко понимаем, что в первую очередь система образования, которая у нас достаточно устойчивая, достаточно хорошая в нашем муниципалитете, она также требует и пристального внимания. 28 человек в этот день получили награды из рук Валерия Венцеля. Среди них не только преподаватели колледжа, работающие в настоящее время, но и ветераны профессионального образования. Как, например, Ирина Северьяновна Выставкина, отдавшая преподавательской работе 50 лет. Половина присутствующих мои сослуживцы, хотя я уже на пенсии. Приятно мне, что обо мне помнит коллектив. И все мои знакомые здесь, и меня поздравляют сегодня. После награждения, по традиции, коллективное фото на память. И после отъезда главы старые друзья и коллеги не расстаются. Им есть что вспомнить и о чем поговорить. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.